18 июля в столице Верхневолжья, в день собора тверских святых, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе митрополит Амвросий служил божественную литургию. На ней присутствовали жители Твери и глава региона Игорь Руденя. В этот праздничный день в соборе находились частицы мощей тверских святых. Подробности у нашего корреспондента. 18 июля Тверь отметила не только День города, но и церковный праздник – День собора Тверских святых, который также внесен в календарь Русской Православной Церкви. В Спасо-Преображенском соборе прибыли частицы мощей тверских святых – князя Михаила Тверского, Анны Кашинской, святителя Арсения, Макария Колязинского и других. В честь светлой даты митрополит Амвросий провел божественную литургию. В этот день на праздничную службу в честь Дня Тверских святых в Спасо-Преображенский собор пришли жители Твери. Некоторые прихожане прежде видели храм только снаружи, и вот пришли на службу в восстановленную святыню впервые, а другие уже посещали литургии здесь. Я пою в молодежном хоре Тверской епархии, мы периодически поем по Твери и по области. Мы тут пели и первую службу, которую после восстановления пели и позже. Мы рады, что такой храм в городе. Очень красиво, все время едем по городу, радуемся. Купола красиво. Губернатор Игорь Руденя также присутствовал на литургии. Глава региона обратился к жителям Верхневолжья со словами благодарности. Во все времена с Тверью были связаны имена выдающихся государственных и общественных деятелей, воинов, духовных подвижников, ученых, врачей, педагогов, представителей культуры, искусства и спорта. Эти люди, которые всегда жили по заветам святого благоверного князя Михаила Тверского, были безгранично преданы отчизне, неразрывно соединяли свою жизнь с судьбой нашего народа. Отметил Игорь Руденя. Глава региона также поблагодарил тверичан за неравнодушие и искреннюю любовь к родному краю, которые проявляются в повседневной работе, в добрых делах и проектах.